состоялись соревнования на базе 9-й школы. В них приняло участие более 20 гимнасток, девочек от 5 до 14 лет. Малышки выполняли одно упражнение, а спортсменки постарше демонстрировали жюри комбинации с предметом. Художественная гимнастика – это безумно красивый вид спорта. Девочек прежде всего обучают хореографии, аэробике и виртуозному владению предметами под музыку – скакалкой, обручем, мечом, лентой. Можно долго рассказывать, насколько это разнообразный вид спорта, так велико многообразие движений, все объять невозможно. В художественной гимнастике есть определенные направления, и в среднем раз в 4 года меняются правила. Педагоги следят за тенденциями и обучают своих воспитанниц новым элементам. Так и на соревнованиях «Русская зима 2015». Судили по всей строгости. В каждой возрастной категории было выявлено по 3 победителя. Спортсменки получили грамоты, медали и кубки.